Чего она прыгает? Чего вы стоите? Что нам делать? Ты кто? Я тут простой человек. У меня попал алкаш. Настоящий. Не просыхающий. Мама пьет. Деньги все наши воруют. Никакой жизни у меня и нет. ВККБ у меня. Выпивка, клуб, кокс, подул. Эй, как тебя там? Подъем! И так каждый день. Это лучшая медсестра нашей больницы. Сейчас. Выслуживаешься, тварь. Было принято решение перевести вас в рядовые медсестры. А Наталью Анатольевну назначить на ваше место. Где ты нарыла эту медсестричку? У тебя ничего не выйдет. Добьемся? Влюбился. Не советую. Артур, он рыцарь из-под темной звезды. Богатый, влиятельный человек. Его отец высокопоставленный полицейский. Я таких не встречал. Не надо! Не надо, пожалуйста, я же сказал! Стоять! Я не люблю проигрывать. Я не люблю, когда со мной разговаривают с позиции силы. А из больницы меня выгнали. В вашей сумке нашли наркосодержащий препарат. Я не брала и не могла взять. Пошла вон! Мне не на что лечить маму, ты понимаешь это? У меня сейчас такое ощущение, будто бы я попала под асфальтный каток. Мы теперь с тобой будем все время вместе. Как Чип и Дейл. Или как Холмс и Ваксон. Его звали Ватсон. Да неважно. Мы с тобой теперь боевые товарищи. Не в то ты влюбился, гражданин начальник. Сначала ты мне все расскажешь, а потом... Никто не умер. Такое случается сплошь и рядом. В нашем деле кто-то шевелит рогом, причем очень активно. Что думаешь делать? Я хочу довести это дело до конца. Ты больше меня от себя не отпускай. Ладно?